Ад Астра в гостях. Доброе утро, ребята. 6 человек, представляем. Семен Беззубов, прошу, представь своих коллег. Ну, начнем, наверное, с девочек. Это Катерина Мельшина, Ирина Бочкова, Катя Худкина. Теперь парни, это Илья Погребников, Анатолий Миронов. Я вот тут произнес фразу, что вы будете сотрясать и потрясать. Будете потому, что танцуете степ. Правильно, все правильно. Неожиданное, скажем так, для направление для современного вообще танца, мне кажется, да? Или насколько степ популярен? Как-то он так сошел с экранов? Ну да, редко очень встретишь сейчас, что кто-то танцует вообще степ, и тем более ансамблем, потому что это сложно. Мы вот такие особенные. Ну, так, наверное... У нас выбора не было. Нет, ну так, наверное, случилось. Судьба. Так получилось, да. Сколько лет вы танцуете вообще, в ансамбле занимаетесь? По-разному все. С первого курса института. Мы все учимся в одном институте, СИБГАО. Кто-то уже 6 лет, кто-то 5, кто-то 4, кто-то 3. В общем, сколько учитесь, столько и танцуете. Исключительно степ или еще что-то? Нет, почему? Народные танцы танцуем, эстрадные тоже танцуем. Ну, главная наша специализация — это народный танец. Ну, то есть и сейчас будем степ и танцевать. А сейчас танцуем степ, да. Ну что же, поехали. Шикарно, на самом деле. Слушайте, спасибо. Ну, правда, спасибо. Сложно, да? Вот, какая скорость. Так вот, ногами стучать-то. Сложно, конечно. Сколько нужно времени, чтобы обучиться? Есть какие-то, вот, не знаю, там, основные приемы? Вот, основные, базовые. Конечно, базовые удары, на которых строятся все дальнейшие комбинации, из которых состоят. Покажите нам, пожалуйста. Ну, я больше подхожу. Давай, Саш, попробуем. Скажите, да, как? Базовый удар, ну, вот, самый главный удар выглядит... Вот так, на котором вообще, без которого степ невозможно. Да. Вот так. Повторим. То есть, получается, носок и сокращение, пятка, да? Сокращается стопа. Так. Сверху бьется и обратно. То есть, все носок. Ну, конечно, нужна специальная обувь еще. Ну, обувь, это... да. Конечно, ну, то есть, с набойкой. Все время пока что носком. Как бы, носок. Так, так. И ставишь ногу. Ага. Теперь другой ногой. Носок. Ну не вот бойся, не бойся, побыстрее. Ну подожди, тут надо это понять. Сложно, да. Это надо сложно. Сначала понять, чтобы мы все поняли, что нужно делать. Я-то топану, понимаете, и проголовлю. Так, так, так. Ну примерно, да. Талант нужен для этого, да? Я имею в виду, что не каждый может научиться. Ну, главное, чувство ритма, да. Так как в первую очередь, это, я думаю, что это, скорее всего, музыка.
То есть вот вы тогда танцуете под музыку, то есть у вас там заучено каждое движение или просто ориентируетесь по вот ударам, по ритму? Ну, у нас заучено, да. То есть вот это вот все, что вы сейчас... Подготовлено, конечно. Но вообще есть такой вид, как импровизация, тоже присутствует. Ну, а вот степ, он, скажем так, это универсальный какой-то танец, или там есть направление американский, там русский? Ну, есть ирландский степ, американский степ. Ну, и, наверное, в России тоже его своеобразно танцуют. Это сейчас какой был? Это наш красноярский. Правильно, свое направление развиваем. А что, кроме степа еще, вот какие направления у вас, говорите, там танцы? Это народный, русский народный танец. Русский прямо? Русский народный танец, да. Мы, кстати, уже у вас его и танцевали. Было дело. То есть, да, вот вы сейчас в костюмах. Это вот костюмы такие, ну... Это только для степа. Для степа костюмы, да? Ну и руссконародные, соответственно, тоже это полностью народные. Да, все как надо. Ну, а вот народные танцы изучаете, в смысле, там, ну, вот, чтобы они были там, имели какие-то корни, или примерно как вот русский народный эстрадный танец, да, то есть он немножко отличается уже от фольклорного. Ну, то есть, да, историю танца какую-то изучаете. Естественно, в первую очередь, наверное, лексика какая-то изучается перед тем, как ставится номер. Ну, у нас нету стилизованных там каких-то народных танцев. У нас. Как он называется, сценический народный танец. Ну да. А где можно вот ваш замечательный степ услышать, увидеть? Скажите, где выступаете? Ну, чаще всего выступаем в нашем университете, Сибирский государственный аэрокосмический университет. Ну и на разных площадках города. Там студвесна, или там какие-то праздники. Ну, много разных мероприятий, в которых мы участвуем. Вот это вот весь состав ансамбля? Далеко не весь. Сколько человек вас? Ну, человек 20, наверное. Ого, да нет, больше человек. Сейчас. Даже да, больше, да. Топотят 20 человек, это я представляю. Сколько шума-то. Да. Пыль столбом. Какой эффект. Ну что ж, спасибо вам за замечательный танец. Реально, как куда заряжает, бодрит. Да. И вот редкий танец, нынче хотелось бы чаще его видеть. Спасибо ансамбль «Танцы народные» был у нас Ad Astra в гостях. Замечательный степ.